769 патентов получили жители нашего региона для работы предпринимателями в этом году. Для сравнения, за весь 2016 их выдали 400 штук, а в 2017 – 900. Репетиторы, отделочники, грузоперевозчики и многие другие выходят из тени. Но пока процесс идет медленно. По разным оценкам, в России больше 18 миллионов граждан работают нелегально. Помочь им должна новая инициатива Министерства финансов. Самозанятым гражданам предлагают низкую процентную ставку от 3 до 6% и работу через мобильное приложение. Проект запустят уже в следующем году, но опытные предприниматели относятся скептически. Там же нет освобождения от пенсионных выплат, то есть пенсионных взносов, то есть фонд пенсионного страхования, социального страхования. То есть вот эти 30 тысяч, да, пресловутые, да, когда каждый ИПшник все равно их заплатит, или каждый там физическое лицо их все равно заплатит, да, вот этот момент, он как раз и пугает многих.